Кстати, меж тем... Мирамар? У них цель пострелять, у других выжить? Да мне похуй. Я ж говорю, мне абсолютно поебать. Я же объяснял, что... Типа эти челы виноваты косвенно. Они лишь пользуются возможностями, которые дает игра. А то, что разработчики дауны не могут, блядь, сделать нормально, ну как бы игроки в этом не виноваты. Здорово, пасифик полный, блядь. Ну, как я же говорю, гореть может на них спокойно. Ну, типа, это довольно даже праведный гнев, бла-бла-бла. Но опять же, конкретно вот в этом виноваты как бы разработчики. Нет, задержки нет. Потому что это, ну, как бы их работа. Их задача, чтобы... Игроки, ну, как бы, все были в равных условиях. В чем-то, что это, блядь, киберспортивная игра. А так это мусор ебаный, блядь. Сделанный на коленке за 3 рубля. Пошел нахуй, блядь! Телепортер ебаный, блядь! Пошел нахуй, блядь! Просто сквозь меня, блядь, телепортировался, блядь, просто! Блядь, как заебала эта игра! Чел просто сквозь меня, блядь, прошел, блядь! Просто пиздец! Он просто сквозь меня, блядь, просочился нахуй! Блядь, какой же пиздец это не игра! Просто, блядь, я ебал нахуй! Я, блядь, просто ебал реально эту конченую игру! Он просто стоит передо мной, в меня упирается, хуяк и исчезает, блядь. Просто, блядь, да чего же это ебаное убожество, блядь, конченое, реально. Просто ебать его нахуй, эту помойку, блядь, обоссанную, реально. Это просто, просто ебаный пиздец, блядь. Просто ебаный пиздец. Падает 2 человека в одно здание, блядь, и тикрейт один, и все такие телепортятся, блядь. Какая же ебаная помойка, припезденная, просто реально, блядь. Я просто в ахуе, нахуй. Ой, блядь. Зато как ты со своим дружаней встречаешься в узком месте, вы застреете, блядь. Как бы вы пытаетесь, да, пройти там в одну дверь или еще что-нибудь, вы, блядь, вот так вот застреете, на лестнице застреете или еще что-нибудь. Это как бы, блядь, конечно, ведь челы в твоей команде, у них же все нормально, да, а у врагов они как бы сквозь тебя проходят. Это причем регулярная хуйня, блядь, сколько уже, блядь, клипов сделано, где вы бежите, чел за тобой бежит, потом игра тебя резко назад откидывает, и чел перед тобой выбегает, как будто, блядь, первый раз. Здесь такая же хуйня, ну, как бы это же... Просто, блядь, серьезно, высер ебаного быдлокодера помойного, блядь, который под забором, блядь, украинского или русского за 3 рубля, блядь, накоденного, который, блядь, под водкой или под горилкой валяется нахуй в помойке, блядь, и на этом, на нетбуке за 3000 рублей, блядь, гривень кодит свою хуету. Ну, как бы, блядь, пиздец просто. Серьезно, блядь. Прям идеального танкиста описал. Слушайте, я не в курсе про танкиста, я просто говорю, кто разрабатывал эту хуету. Помню, я рановато выпрыгнул, ну и похуй. Факт один в том,
что разработчики вонючие дегенераты и не могут ничего сделать с игрой. Куда-то перезаряжаюсь. Какой охуительный лут.